Реально, с этими днями рождениями, с этими поездами, переездами, что-то я совсем умаялась, знаете, какой-то взрыв мозгов, как говорится. Не понимаю, за что мне хвататься и что в первую очередь делать. Я в шоке. Я знаю, что мне надо и на огород идти, и по дому делать. Сейчас по дому давай убираться. Там стараюсь побыстрее все поприбирать, повыгребать, по это самое. Посмотреть, где какие у нас завалялись еще ненужности. Вот. И все, и что? И начинаю нормальную обычную жизнь, пишу список, наверное, что зачем мне делать, потому что и консервация надо, и что-то мне надо, и по огороду надо. Вот. И в погребе самое главное, надо поубираться, вытаскивать пустые банки, которые я в этом году использовать не буду. В этом году у нас, я же говорю, так как я не собираюсь там, допустим, за бешеные деньги что-то покупать, там, допустим. Ну, у меня дело в том, что в прошлом году я наготовила дофига консервации. И половину мне пришлось ее раздавать. Ну, как пришлось? Ну, понятно, что это маме дают, там, туда-сюда. Но я смотрю, мы ее не доедаем. Крышки быстро ржавеют. То есть год, полтора, ну, два максимум они стоят и ржавеют. То есть, понимаете, выбросить потом с ржавыми крышками или кому-то дать, чтобы оно в пользу пошло. Ну и пришлось раздавать. То Стасу, то там Олежке, то еще кому-то, то еще кому-то. И вы понимаете, что... А что ж я вот задумаю? Консервирую. Влажу туда силы, влажу туда деньги. В любом случае сахар же, соль, понимаете, этот же уксус. Все равно это вложение. А у нас это не едят. То есть, ну, вернее, едят, но не такими большими количествами, как я делаю. Поэтому в этом году решили мы сделать всего по минимуму. Нужно просто за ней соскучиться, правильно? За консервацией нужно соскучиться. А когда его дофига, то никто его не ест. Это да. Поэтому я сделаю то, что у нас в обиходе в конкретном. Это такое остренькое у нас все любят. Аджику обязательно. Да. Там лечо какое-то. Да, лечо какое-то, я же говорю, сделаю такое вот. Может, остренькое лечо сделаю. Потому что вот именно, чтобы этот сок был не сладковатый, а сладко-острый такой. Вот. Ну, в общем, буду. Сейчас я немножко отойду. Сейчас приведу все в порядок, в кухне все вынесу, все, что не нужно, потому что заносили ж как. Посуду заносили, ненужные кастрюли заносили, потому что там приготовить, то там на стол даже накрыть. Эти вилки другие заносили, там еще что-то, и оно все перепуталось, вот это поняли. На каждодневную жизнь мы там оставляем себе 4, например, тарелки, да, вот, там несколько вилок оставляем, несколько ложек, а то все остальное мы берем, слаживаем и выносим то ли в старый дом, то ли по шкафчикам подальше пихаем, чтобы не было вот этого нагромождения. А сейчас оно все в перемешку. И пластиковая посуда, ну, в смысле, она как не одноразовая, просто пластиковая. И стеклянные тарелки, и стаканы, и ложки, короче, со шкафов надо выгребсти это все. Пластик вообще убрать оттуда до следующих каких-нибудь праздников или до природы. Отсортировать, короче, все. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Я же говорю, если мы вам чего-то не показываем, это не значит, что мы целый день сидим. Оно же самостоятельно тут ничего не делается. Даже такое по мелочам. Пока управился, пока пошел там перенес, пока переставил, пока, я же говорю, у свиней там, свиньи вечно под забором нагребают этот... землю вот так вот. Ну вот, пока тут даже вот ту же землю, пока мясо убрал, это уже какие-то полчаса, понимаете? Пока там свиньям сварил, пока там плитку протер, ну, плиту газовую, пока видео склепал, сел, там побежал, стирку закинул, там он, пожалуйста, тапочки постирал. Коля там чуть-чуть машиной занялся, там. Ну и вот так вот, понимаете? Короче, целый день. Я же говорю, кто живет в частном доме, он должен понимать. Ну, как он должен? Ну, в принципе, они нас больше, наверное, люди такие поймут. Потому что в частном доме, вот идешь, да, по двору, о, тут что-то не там лежит, раз, поднял, понес, блин, оттуда что-то другое понес. И так целый день, туда-сюда. Одним он собачкам хорошо, да? Вот одним собачкам хорошо, им хорошо. Побежал, там упал, полежал, потом побежал, там упал, полежал, еще упал, полежал. И вот такая вот у нас жизнь целый день, да? Побежал, погавкал, если есть силы, да, от жары. На кого-нибудь. Нашел один тенек, второй тенечек. О, хекалки. Свежей водички им надо налить. Смотрю, она пошла на качели кататься. Дама катается, катается. Скажи, что это как-то мне не нравится кататься. Как это она... Ёшке нравится кататься, а матрешке нет. Она любит больше вот тут на одеялке валяться, там, где этот. Там, где просто не качается. Она себе чувствует почву под ногами, как говорится. Так что так. Все, ребята, погнала дальше. Что делать? Да, помню за коробку. Сегодня мы ее разберем. Сегодня мы ее в любом случае разберем, потому что я хочу посмотреть. Потерялся мой альбом. Потерялся мой альбом с этим.
с фотографиями. Не могу найти. Я хотела вчера взять, ну, сейчас делали видео про этот, про наш праздник. Ну, нашу годовщину. Я думала взять фотки и сделать типа такое видео, начиная как с нашей встречи, поставлять сначала фотки, потом как мы в дом переехали, опять же, как мы блогерство начали по чуть-чуть, знаете, типа такую маленькую историю. Не нашла я фоток. А в старом компьютере тешу фотки, то там компьютер надо запускать, короче, ну, в общем, бабах. Я думаю, может быть, все-таки Даша, когда мы слаживали, сюда запихнула цей альбом. Да будет, а может он под самым низом там лежит, внизу. Поэтому нужно сейчас это все дело в любом случае разобрать. И посмотреть, где же тот альбом. Так что вот такие дела. Все, продолжаем начинать, как говорится. И что, перемещаемся мы опять назад в комнату, товарищи? Сегодня я решил сделать светильники. Видите, точечные светильники. Вот, один я уже даже поставил. Вот, кстати, по этому поводу я снял тематическое видео. Вот так вот он красиво у нас на потолке смотрится. Просто замечательно. Единственный минус, вот, он у нас, нельзя его отдельно отключить. То есть у нас просто, у нас горит и серединка, и подсветка горит одновременно. Вот, потому что у нас двойной кабель, а не тройной. Так что так, товарищи. Сейчас занимаюсь установкой светильников. Вот, а видео, естественно, скоро сделаю видео, как его установить. Легко и просто, правильно и так далее. Вот, немножечко опять раскрыл коробку, чтобы посмотреть, какой куда кабель, чтобы правильно подключить на данный момент и проверить, работает ли. Вот, коробку, кстати, я тоже снял обзорчик, тематику. Все, короче, занимаюсь точками, плюс, как видите, за все хватаюсь подряд. Вот, снимаю ленту, видите, уже красиво, красивая четкая линия появляется. Вот, блин, правда, фокус теряется. Все, ребятки, короче, занимаюсь я дальше комнатой, потому что осталось-то, ребята, совсем нифига. То есть очень скоро мы все это закончим. Все, отдаю зайке камеру, потому что процент, очень мало процентов, надо на зарядку ставить. Гошечки! Клевенько, гляньте, как уже получается. Ну, вообще-то там они уже готовы, соответственно. Ну и что? Я хочу показать. Ну что, я сама зашла и смотрю, и как вижу, так и смотрю. Гляньте. Гляньте же. Как это красиво. Ну все. Скоро будет чудо, скоро будет красота. Все, уже матраска-то есть, матрасник-то есть. У нас даже два на матрасника, представляешь? Два? Девчата ж не знали, подарили ж нам. А у нас это, Оля, помнишь, с Латвии прислала? Да. Тоже на матрасник. Да. Кому меньше? Нет, мы ж хотели тогда кровать брать 2х2, а она прислала 1,80 на 2 тогда тоже. Так что все лежит еще, пока не ждете. Что не так? Зачем ты тарабанишь по ней? Не хочешь выпадать. А зачем мне выпадать? Об этом неправильно. Ага, у нас такие лампочки, да? Короче, вчера же у нас был праздник. Девочки и мальчики. У нас был праздник какой? А какой такой праздник? Очень хорошо. Ты не забыла? Я не забыла. С памятью, слушай, вообще проблемы. Я не забыла. Просто у нас такие винбов, что мы даже ни ужин не устроили. Вчера не это самое, короче. А? Мы вчера... Красиво. Очень красиво. Мне нравится. Мне прям нравится. Только сейчас бы не убиться через твои тут все вот эти вот... Сначала отойди, а потом снимай. О, смотрите, как красивенько, да? Не, ну прикольно. Мне очень нравится. Так вот, вчера у нас был праздник. Девчонки нам подарили подарок. И мы вам покажем. Ну, сейчас так как покажем. Так уж и быть, хотя, блин, нам хотелось уже, знаете, вот, расстелить его на ламинат. На ламинат. Ну, уже мне хочется прямо вам показать, что же нам подарили. Гляньте. Ладно, запакуем обратно. Да. Это же та мечта, которая нам нужна. На этом матрасе оно не видно. Гляньте. Это он. Так он это свалялся. Да. Вот, надо его вот так вот сделать. Это и все. Он. Это он. Замечательный мой этот коврик. Белый ковер.
Вы посмотрите, какой он классный, блин, обалдеть. Он, видите, не белоснежный. Но он такой светлый. Нормальный. Нет, да, он это такой просто белый. Самый белый, который был, ребята. Да, да. Очень... Ну, вот такой белоснежный, это еще попробуй найди. Невозможно найти. Да, вот такой вот, смотрите, какой ковер, да? Класс. Хотя мне казалось, что он был белый. По сравнению с теми, что там все были, тут те тоже. Да, да. Ну, вот такие вот они все белые. Это самый белый. Да. Из тех, что был. Да, 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 да. Не, ну там были еще серые какие-то, там были и молочные, и телесные, но это именно белый-белый считается. Там разных они, структуры разные было, все. Вот, и тоже такого же цвета белого. Представляете, у нас свой есть шикардосный белый, наконец-то, коврик. Как я и мечтала, да? Да. Зайка. Ну, он будет, конечно, не на кровати лучше смотреться, понятное дело. Ну, понятно. Что на красивом ламинате он будет смотреться шикардосно. Так что так, сейчас мы его пока сварим. Ну, в общем, смотрите, прибарахлились. Еще комната не готова, но уже прибарахлились. Ну, то правильно. Как только закончим, сразу все фух, готово. Все. И все готово. Матраска есть, на матраснике есть, постельная есть, ковер есть, ё-моё. Все есть, все. Не, нам плинтуса надо еще купить. Плинтуса. Плинтуса и эти, и как они называются? Карниз. Боже, это Даша там угрюкает. Ну, только Даша. Маленький капкап. Что? Даша так ходит. Маленький капкап, это в смысле дождь? Да не может такого. Коля, Коля, тут ерунда. Что там? Ну, что там такое? Паук. Не бейте паука. Смотрите, у нас это самое. Видите, тучи. Сегодня обещали грозу прямо, тудым-сюдым, короче, все вот эти дела. Но мы утром от жары помирали просто. Я вам серьезно говорю, утром прямо дух, да? Но оно не парило, оно было именно душно. Когда парит, оно чувствуется. А это прям душное, знаете, когда вот солнце светит, проходишь, и тебе прям начинает голова кружиться. Вот у меня все, я же говорю, к розочкам такая, когда я вам рассказывала про розочки. Такая наклонилась к розочкам, такая, и чувствую, у меня такая голова. И начинает прямо в глазах. Да, в глазах темнеть. Ну, сейчас парит. Парит, но я же на улицу не выходила. Я сидела, припала видео, на улицу не выходила. О, начался. Да? А там есть что-нибудь развешенное? Быстренько снимайте вещи. Слышите, нет? Слышно немножко, да? А с окна не свежесть идет, а такая, знаете, жар. Духота. Духота, да, жар идет с окна. Обалдеть. Да ладно. Я ж пойду на улицу выйду. Боже, какая красота. О, ну я думаю, это ненадолго, да? Я так предполагаю, что это совсем ненадолго. Все сняли, да, там? Ой, да. Главное, что если бы он прям сильный-сильный пошел, было бы классно. Коля, бегом там что-то закрывай. Ты окно у Рыжули закрой. И багажник. Да вы что, хоть чуть-чуть, немножечко хоть, чтобы это самое как-нибудь взбодрило землю. Было бы вообще хорошо. Но это надо занести постирать, да. А это тряпка просто. Ну, выкини ее. Может, оставь Коле машину мыть. Чи что там, я не знаю. Короче, класс. Ух тышка, ух тышка. Вы мои тапки с зайцами видели? Нет. Ё-моё, все, тапки потеряны. В дебрях шаповаловских завалов. Блин, цветы вон, смотрите, желтеют. Вот эти зелененькие мои любимые. И фокус начал у камеры теряться, блин. Ей уже не нравится. Ну заходи, заходи. О, приперлась, чувак. Заходи, Ева, заходи в дом. Мам, ну так потому что ёшкин, он кон стоит. Снимай мои ноги. Ему надо, ему насыпать надо, потому что я этой, насыпала, как ее, матрешки. Мягкого корма в этом, в холодильнике стоит. А ему не сыпали, он где-то отсутствовал. Что, Николай, красота? Вот сейчас как раз под этой подружкой классно, да? Я к тебе пойдем посидим. Что? Душно дует. Ой. Не, ну тут хотя бы ветерочек чуть-чуть. Я, это я пока бежала, ветерочек был. А не снимай меня, я это курю. Красота, девчонки и мальчишки. Вообще, о, опять я на приближенке. Ну что это такое? В общем,
Дождика ждали все, особенно центральная Украина, да? Ага. Мне кажется, дождика ждали все, потому что вышел. Такая духа, задуха просто. Пыль собралась, представляете, пыль собралась на всех листиках, ну, вот, на деревьях, все. И в городе вообще дышать нечем было, скажи. Едешь по городу и чувствуешь, как прям вот пыль вот эта, вот запах прям пыли чувствуется. Вот, и как прям на зубах вот это вот. У нас, конечно, чуть попроще, потому что мы тут и деревья поливали, да? Немножко сбивали пыли этой со шланги. И так хоть чуть-чуть то двор польем, то хоть немножко вон здесь клумбу поливали. И оно немножечко получается этот. Хоть немножко свежесть какая-то была. А в городе вообще кошмар. Там же даже ничего не... Не, ну что, мы ехали, дорогу мыли, да? Угу. Вот недавно. Мыли дорогу. Ну что ж там, дорогу помыли, она раз и сразу же и высохла. Так что красота. У меня на ноги ляпает и здесь ляпает. Так классно. Супер. В общем, вот так вот у нас начался маленький дождик. По-моему, уже закончился, да? Угу. Красота.